Мы с радостью и гордостью объявляем 23-й областной детский фольклорно-этнографический фестиваль «Радуга-2019» считается открытым! С открытием фестиваля всех участников и гостей поздравляет неоднократный победитель областных фестивалей «Радуга». Образцовый детский ансамбль казачьей песни «Ручеек». Руководитель Елена Викторовна Сарычева. Села Григорьевка Сулелецкого городского округа. Встречайте аплодисментами. Майоры во двора, вся компания собралась.